Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Tati Geo. Сегодня расскажу об одном эксперименте, который мы провели и начали 3 месяца назад, этот эксперимент. Хочу рассказать о результатах. Калистима у нас вот это вот дерево, а у него потом очень красивые красные такие мелкие цветочки, они прям такими пышными гроздями висят. Захотелось еще одно такое же дерево. И каким образом мы решили вырастить саженец? Выбрали ветку, и посмотрите, что здесь. Значит, выбрали достаточно такую среднего размера по сравнению со всем кустом. Вот он вот такой вот. Вот 2 метра уже. И по сохрону автотодендра. 5 лет этому дереву, и мы решили провести такой эксперимент. Получится у нас саженец с корнями именно таким образом, что здесь было произведено. Зачистили, выбрали ветку, примерно 15 сантиметров, зачистили кору и сделали землю вот так вот пластиковой бутылке, плодородную землю, полили и перевязали, закрыли. То есть вот в этом вот месте у нас по планам, чтобы были корни на саженцы хорошие, и можно было садить уже прямо в почву. И сегодня мы, прошло вот 3 месяца, это мы сделали по весне, мы только поливали основное дерево и, честно говоря, не всегда даже поливали вот сюда. Но на удивление, я сейчас покажу, открою поближе, покажу вам, там действительно хорошие достаточно корни. Давайте вот попробуем, я сейчас вам открою. И вот здесь, вот видите, уже сформировалась корневая система достаточно, которая вполне для высадки в грунт уже готова. То есть мы вот здесь вот отрежем саму веточку и будет у нас новое красивое дерево. Вот из такой вот. Вот они. Удивительно. Таким образом, могу заключить, что наш эксперимент удался, чему мы несказанно рады. И будем дальше выращивать, смотреть, как оно будет себя вести, это растение дальше, уже посаженное в почву. Экспериментируйте на своих участках, вдохновляйтесь, и я уверена, что у вас все прекрасно получится. С вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Tati Geo. Пока-пока!